25 апреля 1945 года. Войска 3-го Белорусского фронта овладели последним опорным пунктом обороны немцев на Земландском полуострове, городом и крепостью Пиллау, крупным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море. Войска 1-го Белорусского фронта перерезали все пути, идущие из Берлина на запад, и соединились с войсками 1-го Украинского фронта, завершив таким образом полное окружение столицы Германии. Западнее Берлина войска 1-го Украинского фронта освободили из немецкого плена бывшего премьер-министра Французской республики Эррио. За 25 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 125 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 82 самолета противника.